Говорила мама, говорил отец, закаляй дух и тело. И тогда решил я, это мой венец. В тэквондо мне захотелось. Именно после прослушивания этого трека, после просмотра фильмов с Брюс Ли и Джеки Чаном, мне очень захотелось драться, как дерутся они. И поэтому я посоветовался с родителями, и они мне сказали, что тэквондо – это то место, где меня научат драться. И сегодня я вас, мои дорогие зрители, привел в то место, где я тренируюсь на протяжении многих лет под руководством профессионального тренера Анатолия Валерьевича Остапчука. Ну что, погнали! Анатолий Валерьевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое тэквондо? Здравствуйте. Тэквондо – это вид спорта, который родом пришел из Кореи, собрал много древних корейских систем и воплотился в одну стройную систему, которая сейчас разошлась по всему миру под названием тэквондо и стала олимпийским видом спорта. А кто же стал основоположником тэквондо? Основоположником тэквондо считается генерал Чхоэ Кхонг-хи, который собрал много древних техник и построил в одну стройную систему, которая сейчас во всем мире известна как тэквондо. Интересует один вопрос. А что вообще развивает этот спорт тэквондо? Что он развивает в человеке? Вид спорта развивает такие качества, как ловкость, гибкость, скорость. Очень хорошо подходит для девочек и девушек, потому что не требует сверхмощных усилий, а предполагает развитие таких качеств, как координация, целеустремленность, желание победы. Скажи, на каких самых крупных соревнованиях ты была и какое место ты заняла? Ну, на республике первое. Ну, то есть ты чемпионка Республики Беларусь, правильно? Да. Это очень классно. Заметил, что вы настолько классно сидите на шпагатах. А что вообще означает шпагат для занимающегося? Может, он как-то помогает при каких-то ударах? Расскажи нам. Ну да, когда, например, делаешь удары, выше ноги поднимаются, резче. Здравствуй, Виталик. Расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься тэквондо? Я занимаюсь уже более 7 лет. Смотри, я у тебя еще заметил красный пояс. Скажи мне, пожалуйста, что обозначает пояс занимающегося? Пояс занимающегося обозначает мастерство. Ну, мы сдаем экзамены, чтобы получить этот пояс. И в конце доходим до красного, до красно-черного, черного поясов. Здравствуйте.
Здравствуй, Катя. Я слышал, что ты за достаточно короткий срок уже добилась таких огромных результатов. А расскажи, пожалуйста, о них поподробнее. Я стала победительницей Республики Беларусь, и это все благодаря тому, что я ходила на тренировки и усердно занималась. Вот такая вот сегодня была тренировка по тхэквондо. Надеюсь, она вам понравилась. А я пойду еще потренируюсь. Всем пока!